Ну что там, фокус смотришь? Да, хочешь? Давай. Ну как фокус? Ну короче, вот. Тут нужен кубик, но ты просто считай, тут надо их бросать два раза, и тут считай просто с одного там до шести загадываешь число, да? Загадал? Ну, с одного до шести. Запомнил его, да? Ну окей, да. И второй раз типа кинул, какое число? Запомнил? Ну да. Запомнил. Скажи мне, какое первое число было? Ну, пять. Загадал, а? Пять. Пять? Да. Так. Так. Теперь... Стой. Я даже это не до этого дочитала, считай. Ну ладно. Теперь умножь свое первое число на второе и прибавь пять. Ну, сделал. Окей. Теперь получившееся число нужно умножить на 5 и к нему прибавить то число, которое выпало второй раз. Короче, запомнил? Получившееся число, то, что у тебя получилось, да? Угу. Умножаешь на 5 и к нему прибавляешь то число, которое во второй раз выпало у тебя. Что-то я уже запутался чуть-чуть. Вот число, да, у тебя получилось, когда ты умножил там первое на второе и прибавил 5, да? Ну. Запиши. Куда-нибудь. И это число умножь на 5. Угу. Умножил. Умножил? Угу. И прибавь то число, которое у тебя второй раз выпало. Ну, которое второй раз ты загадал. А, ну. То второе число, которое я загадал, да? Угу. Сообщай мне результат. 60. Сейчас тебе прочитаю секрет фокуса. Что-то я забыл, слушай уже. Я не знаю. Да блин, я даже не дочитала, ты меня тут это сбил. Я вообще не это хотела, просто как-то открылась. М? Во. Я ступила, чувак. Ладно. Ну, здесь, короче, что, 60 где получилось? Да, вроде. Я к нему, короче, я потому что математика не сильно. У тебя было первое число 3, второе число 5? Mm-mm. Значит, я тоже не мог. Ну что, я что-то спутала. Я не это хотел. Я что-то другое хотел вообще. А, вот тут тоже про число, которое угадай. Которое угадай зритель. Тебя я прочитаю сначала, чтобы все получилось. Да, давай. Короче. Сейчас. Еще раз я прочитаю все. Загадай число. От одного. Ну, короче, чтобы не больше 10 было, тогда вот так до 10. Окей, загадал. Умножь на 2 это число. Какое первое, второе? Одно число. Ты одно должен загадать число. Это я другой фокус. Окей, загадал, но. Умножь на 2 его. Ну.
прибавь к восьмерку. Угу. И подели все на два. Угу. Теперь отними от этого получившегося числа то, которое ты задумал. Угу. У тебя получилось 4? Угу. Аплодисменты. Видишь, какой фуллер. Вангут сидит, да? А? Вангут сидит. Здесь с картами. Я с картами. О, тут с веревками клево, кстати, получается. Раз, стоп. Надо будет как-нибудь собраться и поделать фокусы, да? Ась, чё-чё-чё? Надо как-нибудь собраться, потом и поделать фокусы, да? Да. Здесь есть с этими, с монетками. Я их хрен делаю, короче. Со спичками я делала нормально, у меня получалось. Раз, погон, снимемся с вами, три. Извини. Извини, говорю. А что было? Я пела. Не знаю. Никому не нравится, как я пою. Почему? Не знаю. Да, нормально все. Ты даже не слышал, наверное, что я пою. Чуть-чуть слышал. Я не разобрался, слушай. А? Я не слушался. Что думаешь? А что еще есть? У меня? Да. У меня вообще все есть. Ну, я не знаю, что все там. О! Обожаю эту книжку. Или это не она? Это не она. Вот, сейчас будем обогащать твои знания про животный мир. Я буду тебя, короче, спрашивать, а ты будешь говорить, правда это или неправда. Как ты думаешь, черепахи большие плачут? Нет. А фиг они плачут. На берегу черепахи действительно роняют слезы. Видимо, так они избавляются от песчинок, попадавших в глаза. Тут эту книжку, обожаю эту книжку. Правда ли, что осьминог от страха становится почти белым? Нет. Это правда. Нет. Что нет? Ты сама-то в это веришь. Сейчас. Тут где доказательства? Да. Осьминог способен быстро и резко изменять свой цвет. Я также могу. Когда он испуган или рассержен. Он также изменяет окраску, приспосабливаясь к цвету дна. Я также могу. Я когда злюсь, могу покраснеть. А вот осьминог не может. Правда ли, что в состав динамита входят скелетные остатки планктона? Нет. Правда? Нет. Диатомовый сухой ил, образовавшийся из высушенных остатков, короче, этих водорослей диатомных каких-то, это разновидность планктона, ну, короче, всходит, все, понял? Рыба, Кости собаки не добавляют. Слушай, дальше. Рыба-трубка маскируется под трубу? Под трубку? Да. Нет. Да ты чуть ли не везёшься, она не маскируется. Хотя рыба-трубка носит такое название, вот так как отдаленно похоже на старинную глиняную курительную трубку, она не маскируется под нее.